открыты все маршруты. С добрым утром, малыши! С вами в студии Антон Зорькин и Хрюша. И еще моя любимая маленькая певица Ярослава Дегтярева. Привет. Привет, ребята. Привет, Антон. Привет, Хрюша. Доброе утро. Спасибо, что пришла к нам в гости. Вот честно, он переживал и стеснялся, но он рад, что ты пришла к нам. Я очень рад. Вот ты в детском голосе заняла второе место. Вот не хватило совсем чуть-чуть до полного триумфа. Скажи, ты очень расстроилась, а? Или ты была рада стать вот такой вот финалисткой? Ну, я была рада, но все-таки Дане нужно больше, чем мне эта победа. Да? Ну. Молодец. Молодец какая, хорошо. Тебе недавно исполнилось 8 лет. Ты такая юная, талантливая. Как тебе удалось достичь таких высот на таком серьезном конкурсе музыкальном? Ну, я даже не знаю. Все решает наставник. Наставник все решает? Ну, то есть я его выбрала, а он потом решает мою судьбу. Серьезно? То есть от тебя ничего не зависит? Ты молчишь и даже не поешь? Нет, я пою, стараюсь. Скажи, пожалуйста, а ты уже твердо решила, что когда вырастешь, станешь певицей? Или все-таки есть возможность, что ты, может быть, станешь там летчицей или поваром? Я твердо решила, что я стану певицей, но хочется еще кем-то помимо певицы стать. То есть певица и еще кем-то. Я думаю, там, ну, например, открыть свой салон красоты. Тебе нравится делать людей красивыми? Да, я очень люблю делать макияжи разные. Молодец! Талантливый ребенок, талантливый во всем. Есть. Вот ты в этом году перешла в третий класс. Вот есть у тебя любимый предмет, например? А? Предмет у меня любимый – это английский и чтение. Скажи только честно, а у тебя есть свой фан-клуб? Или, может быть, поклонники? Или, может быть, тебя на улице узнают, как Хрюшу? Да, узнают. Ты своим поклонникам автографы-то раздаешь, нет? Не жалко? Да? Уже умеешь такой подписываться. Ты когда просыпаешься, что-нибудь распеваешься так? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я каждый день пою, я без пения вообще не могу. Молодец. Я пою. А как ты распеваешься? Покажи нам с Хрюшей. Я просто пою свои песни. Понятно. Яся не разговаривает, она поет с утра до ночи. Да просто «Мама, дай мне чай». Вот так, а да? Вот тебе чай. Мама подпевает. Или «Мамочка, хочу я булочку». Нет, не надо булочку, надо спать ложиться. Ярослава, ну в таком случае мы очень просим тебя. Исполни нам песню с Хрюшей и ребятам. Да, просим, просим, просим. Да, мы готовы. Согласна на все 100. На все 100, даже 1000%. Да. Как это все романтично, очень сказочно, необычно. Просто и легко улетаю я так далеко, очень далеко. Не найдешь меня, не поймаешь, мимо пролечу, не узнаешь. Стало так легко, улетаю я так далеко, очень. Молодец, Ярослава! Спасибо тебе большое! Присаживайся. Приходи к нам еще! А вы, ребята, не переключайтесь, потому что прямо сейчас веселые ролики со всего мира! С добрым утром, малыши!